Друзья, всем привет! Ну что, час X близится. Сегодня в видео покажу свою очередную тренировку. Сегодня будет тренировка на руки. Помню, что у нас, да, бицепс — это двуглавая головка плеча. С турнирами я уже определился, и происходит облом. По прилету ты должен отсидеть 2 недели в карантине. Там, естественно, ты не тренажерного зала, там будешь есть в том яму в ресторане в местном. Так, только не думайте, что я там сейчас жалуюсь, плачусь. И учитывая, что были жалобы на то, что человек просто не успевает восстанавливаться после тренировок, мы снова подключили капельницы. Мне вставляют вену в капельницу. Вот это ужасы. Через 10 минут подлетает врач с такими глазами. О боже, что происходит? В общем, я не халявлю, не расслабляюсь. Но это реально самая сложная подготовка в моей жизни, вообще за всю мою карьеру. Друзья, всем привет! Ну что, час X близится. Сегодня уже выходит 8-я серия. Мы ее записываем 22 сентября. Это значит, что остается 5,5 недель до моего первого турнира. С турнирами я уже определился и даже больше купил билеты и купил бронь отеля. Точнее, мои спонсоры мне их купили. Alim Sport Nutrition. Соответственно, 5,5 недель до первого турнира, который пройдет в Египте, в Каире, 31 октября. Потом будет турнир, по-моему, 12-13 числа. Это турнир в Румынии, Winston Strange. И заключительный турнир будет в Испании. Я пока испанскую визу не получал, но подал документы на визу в Румынию, и мне уже посольство назначило дату собеседования, поэтому я думаю, все должно быть нормально. Что у меня сейчас происходит? Сейчас, конечно же, у меня уже идет диета, уже, по-моему, 3-ю или 4-ю неделю. Жаль, мой американский тренер не хочет записывать видео, как бы я его ни упрашивал, хотя мы перед этим с ним договаривались, что он будет писать видео и рассказывать, что у меня меняется, поэтому вам придется поверить с моих слов, что я сейчас делаю. Итак, диета. Диета, в принципе, у меня не сильно изменилась от массонабора, то есть он мне, ну, буквально на 200 калорий снизил калорийность, то есть порядка 3200 калорий сейчас у меня идет, то есть это реально очень много, я так никогда не ел. Вот. Питание чистое, только рис, он сказал. Ну, с утра овсянка и все остальные приемы пищи, только рис, сказал. Потому что рис лучше всего переварится, ешь только его, не макарон, не гречку, только рис. И разные источники белка, ну, это все традиционно. Сейчас я больше перешел на рыбные источники белка, потому что курица, что тунец, имеют там 0 или 1 грамм жира на 100 грамм. Соответственно, нужно лучше есть то, что тебе больше нравится. Поэтому норму своего белка я в основном беру из рыбы, то есть это тунец, либо это красная рыба, чтобы получить норму своих жиров. Вот, убрал абсолютно все сладкое, мучное, там, некачественные калории и так далее. Вот, но при этом, что у меня изменилось в тренировках? Тренировки остались те же самые, он сказал, тренировки можешь не менять, единственное, добавили кардио. Сейчас я делаю, ну, начал я с 30 минут, сейчас уже делаю по 40 минут ежедневное кардио с утра натощак. Раньше я, ну, были периоды, когда я его делал, но тренер сейчас сказал, давай, делай. Только в дни ног можешь не делать, потому что у тебя потом не хватит сил на тренировку ног. Вот, поэтому 6 раз в неделю у меня кардио с утра 40 минут натощак. Что сегодня будет видео? Сегодня видео покажу свою очередную тренировку. Сегодня будет тренировка на руки, это бицепс-трицепс. Мой врач Павел Попов расскажет о курсе препаратов, которые я сейчас использую на предсоревновательной диете, то есть на снижение веса. Напоминаю, что препараты сами, они не влияют на сжигание жира, то есть у них нет такой функции. Это регулируется только калорийностью вашего питания. То есть хотите набирать, ешьте больше, хотите худеть, держите дефицит калорий. Просто некоторые препараты имеют разные свойства, разную реакцию на организм, какие-то формы бывают, таблетированные, инъекционные и так далее. Ну, в общем, об этом всем расскажет Павел в сегодняшнем ролике. Также я не так давно, ну, 3 месяца назад сдавал один тест интересный. Я сдавал волосы на ДНК-анализ, по которому специалисты, лаборатория выявила, каких микроэлементов у меня не хватает, а какие в избытке, и сделали мне рекомендации, то, что нужно принимать из БАДов для того, чтобы улучшить свое здоровье и предотвратить риск каких-то заболеваний. Об этом тоже достаточно короткий будет ролик, потому что мне 40 минут рассказывали, чего мне хватает, чего не хватает, какой у меня организм, что ему нужно, что не нужно. Но я оставлю буквально для вас минутку-две, для того, чтобы вы примерно поняли суть этого тестирования. Ну и в конце традиционно будет конкурс, где я разыграю среди вас подарки от своего спонсора Alim Sport Nutrition. Ну что, друзья, меньше слов, больше дела. Пошли тренироваться.
Итак, перед тренировочкой, как всегда, следует зарядиться вкусняшками. Ну, у меня это традиционно. Это здесь 3 порции БЦАшек, точнее ЕЕА, это комплексные аминокислоты. 2 порции цитрулина. И такой шот аргинин, это для пампа. Здесь 2 порции, но я выпиваю за раз, потому что сейчас у меня диета, сейчас сил уже не так много, памп уже тяжело. Все мы помним, когда мышцы пустые, мало глюкозы, углеводов в них. Вот, тяжело напампиться, но аргинин в этом смысле помогает стать покрасивее во время тренировки. Поэтому я выпиваю его двойную порцию перед тренией. Кисленько. Итак, как у меня будет построена сегодняшняя тренировка? Бицепс, трицепс я качаю за один раз, за одну тренировку. Во время масса набора я делал в суперсериях, то есть бицепс и трицепс сразу, то есть по очереди мышцы качал без отдыха. Сейчас уже выносливости не хватает, потому что это надо сделать там 25-30 повторений за один подход. Тяжеловато уже. Поэтому я разделил. Сначала делаю бицепс, потом трицепс, бицепс, трицепс, бицепс, трицепс. Я делаю примерно по 3 упражнения на каждую мышечную группу. Если силы остаются в конце, делаю еще 4 упражнение на бицепс. Этого вполне достаточно. Мышцы рук — это достаточно маленькие мышечные группы, их не нужно там супер убивать, тем более не забываем, что они у нас работают во всех упражнениях на плечи, на грудь, это жимовые упражнения, там трицепс работает, ну и на тяговых упражнениях, на спину, там в любой плоскости, соответственно, у нас работает бицепс, поэтому перегружать маленькие мышечные группы точно не стоит. Вот, традиционно перед тренировкой я растягиваюсь, разминаюсь. Вот сейчас, так как я сделал недавно кардио дома 40 минут, я уже не хожу по дорожке, что и так уже размятый, только растянуться надо. Так, что по количеству повторений и количеству упражнений? Количество упражнений... Первые, наверное, я буду делать по 4, потому что там первый, второй разминочный, 3, 4 рабочие. Дальше уже буду делать по 3 подхода. Количество повторений оно у меня достаточно большое, от 12 до 16 идет. Ну, сейчас отказ 12 получилось. Первое упражнение на трицепс. Все упражнения достаточно традиционные, нечего здесь изобретать. Разгибание рук на трицепс на верхнем блоке. Так, что касается по моим антропометрическим данным, у меня вес сейчас с утра где-то 105-101 килограмм. То есть за последние где-то недели 3 я со 102,5 скинул до 101. То есть 1,5 килограмма ушло. Причем, ну, ушла вода и жир. Потому что, смотрю, объем мышц у меня, в принципе, остался. Поэтому все пока по плану идет. Кстати, друзья, относительно вообще всей моей подготовки, только не думайте, что я там сейчас жалуюсь, плачусь там и что-то еще. Но это реально самая сложная подготовка в моей жизни, вообще за всю мою карьеру. Я выступаю с 2013 года, то есть за 8 лет. Вот, вы помните, что я болел коронавирусом, то есть 3 недели я просто был дома, 3 недели потом восстанавливался, то есть потихоньку начинал тренироваться. Я восстановился, мы сняли наше последнее видео, и через 3 дня дочка приносит из садника какой-то вирусняк. Ну, я, естественно, там и сказки на ночь читаю, обнимаю, целую. Я подхватываю этот вирусняк. Ну и вот тут, что дальше произошло, вот в этом видео посмотрите его. Ребятки, привет. Еще хочу опять вам пожаловаться. Опять, блин, я заболел. Дочка вернулась из садика, кашляла. Естественно, я ее целовал, обнимались, книжки надо читали. И тут на следующий день начались сопли. Прошло 3 дня, у меня просто забит нос, башка болит, ночью спать тяжело. В общем, на 7 дней я опять выпил. Вот сегодня 8 день, я пришел в зал. Просто, думаю, сделаю максимум 2-3 упражнения, на большее мне сил не хватает. В общем, у меня тут два мнения. Либо мне кто-то сверху говорит: чувак, заканчивай с этим, ты разве не видишь, какие мы тебе испытания даем? Это уже не твое, занимайся делами, работай, строй бизнес. Либо второй вариант. Кто-то посылает мне испытания сверху и говорит: ну ты же хочешь удачно выступить, хочешь кому-то что-то доказать?
Вот пройди сначала огонь, воды, медные трубы. Если пройдешь, получишь результат. Не пройдешь, не получишь. Какой выбирать, первый вариант или второй? Ну, кто давно на меня подписан, знает, что я баран упертый. И несмотря ни на что, как говорит, не вижу преград, вижу цели, все равно буду идти до конца. Поэтому весь на антибиотиках, весь на всяких аспиринах. Привожу себя в форму, надеюсь, через 2-3 дня станет меня получше, я уже смогу полноценно тренироваться. Ну а пока 3 упражнения в качалке и на этом все. Ну, я надеюсь, вы продолжаете в меня верить. Я сделаю все возможное. Вот, поэтому можно сказать, что у меня реально выпало 2 месяца из 5 месяцев моей подготовки. Причем это пришлось ровно на середину. То есть я начал готовиться, на 2 месяца выпал, и у меня реально до первого старта, вот с того момента, когда я опять вернулся к тренировкам, осталось примерно там 2 месяца, ну или там 9 недель. Вот, поэтому это такая будет суперкороткая подготовка, за которую я должен успеть сделать более-менее конкурентную форму. Но я не переживаю. Я иду до конца. Надеюсь, вы со мной. Поддержите меня. Yo, I persevered and learned a lot. Trials and tribulations, daily loading clips and taking shots. Most these niggas try to play me. It's kinda hectic on the daily, baby, people shady. It's like depression, my confessions, fuck it, baby, pay me. Кстати, ребята, помните, в прошлой серии я показывал свой пульс, что у меня он там шкалил очень сильно, там ниже 120 практически не опускался. И я вот реально понял, что это как раз побочка ковида была. И многие мне из вас тоже писали, что у вас те же самые проблемы. Высокий пульс. И вот сейчас, ну, можно сказать, что я практически восстановился, я все так же пользуюсь часами, у меня в среднем пульс, ну, уже опускается до, там, до 100-105 между подходами, это значит, что организм потихоньку восстанавливается. Единственное, что все-таки связки до сих пор чувствуются, ковид ударил и по связкам, поэтому я сейчас очень-очень аккуратно, если чувствую, что какой-то малейший дискомфорт в мышцах или в связках, я просто либо меняю упражнения, да, либо уменьшаю веса, либо вообще заканчиваю тренировку, потому что, ну, лучше не доделать, чем получить травму, и на этом вообще все у вас закончится. Вот, поэтому я придерживаюсь такой философии. Поэтому очень-очень аккуратно. Ну, короче, реально пульс до сотки может опускаться. А, как мы помним, по всем канонам науки, скажем так, вы можете начинать выполнять следующий подход, когда ваш пульс опускается до 100 ударов в минуту, значит, вы восстановились и можете делать следующий подход. Меня это радует. Следующее у нас сгибание предплечий. Или как правильно? Сгибание рук в плечевом суставе со штангой. Помню, что у нас, да, бицепс это двуглавая головка плеча. Или мышца плеча. Головка плеча. Головка плеча. Двуглавая мышца плеча, да? То есть у нас есть одно место начала и 2 места прикрепления. Соответственно, 2 головки, они у нас чуть-чуть под разными углами работаем. Чем больше у нас пронация, да, на руку мы выворачиваем, тем, соответственно, сильнее подключается внешняя часть. Чем больше у нас спинация, тем внутренняя. Поэтому сейчас сделаем акцент на внешнюю головку. Будем поднимать с прямой штангой. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right, right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah. Yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money. So I go get it. Венозность космическая. Я прихожу, когда там сдавать кровь из вены, либо капельницы ставить. Врачи такие: о, какие у вас классные вены, сейчас типа проблем не будет, сейчас быстренько капельницу поставим, кровь возьмем. И происходит облом. Мне вставляют вену в капельницу. Это вену в капельницу. Вену в капельницу, вот это ужасы. Вставляют иголку в вену, и у них округляются глаза, потому что кровь в шприц не набирается. Они и так перетыкают мне еще раз в другую вену, а кровь не набирается. И они не понимают, что происходит. Такого у них типа никогда не было. Я не знаю, у меня, кажется, вены, они очень-очень эластичные. Ну, врачи говорят, что очень здоровые у вас вены, очень плотные, ну, как бы такие плотные, эластичные. И когда вставляется иголка, у меня вена слипается почему-то. И, соответственно, кровь не набирается в шприц. Приходится либо куда-то аж сюда вставлять, это в этой зоне. Здесь нормально, потому что обычно все сюда вставляют. Либо
ну, кто сдал кровь, знает, что там сейчас, ну, не в обычный шприц, а такая, как бы вставляют шприц, в который разные тюбики потом набирают. Вот приходится вставлять тюбик, вытаскивать, опять вставлять, вытаскивать, и в какой-то момент только кровь тогда, когда они уже вакуум создадут, начинает бежать. Я недавно ставил капельницу, вообще жесть. Ставлю капельницу, лежу, все нормально. Через 10 минут подлетает врач с такими глазами: «О боже, что происходит?» У меня иголка пробила вену насквозь, она отошла. А я то ли пошевелился, то ли просто вена, не знаю, что с ней произошло. У меня иголка пробивает вену насквозь. Мне начинает капельница капать не в вену, а как бы в между мышцами там куда-то, или между кожей и мышцами. У меня раздувает вот так вот руку. Я тоже не видел. Чувствую, что чуть неприятно. Думаю, ну ладно. Я вижу, вот такая вот рука. Она в шоке. Переставляет мне в другую руку. Ну, слава богу, потом все прошло. Даже не осталось ни гематомы, ничего. В общем, у меня постоянно какие-то приколы. Ой, слушай, много чего происходит интересного в жизни. Сейчас, ну, что меня не может не радовать, очень много семинаров. Линк даже бы просил провести семинар в Болгарии. Я, кстати, там ни разу не был. Вот, и поэтому, если получится, интересно. Ну и так по всей России катаюсь. Вот, наверное, прошлое видео вы уже видели, ездили в Питер на Яннас Мидкап, на спортивный фитнес-фестиваль. Много семинаров там по центральной полосе России. Сейчас вроде в Нижневартовске еще должен быть семинар, в Туле семинар. И меня это радует, что, несмотря на то, что я так долго уже в спорте, я объездил страну, некоторые города мне там третий, четвертый раз зовут приезжать с семинарами. Олимпом очень много вкусов БЦА, есть и сладкие, есть и кислые, есть всякие там новые вкусы с названием всяких классных коктейлей, типа маргарита, там, я не знаю, пиноколада, не пиноколада, это протеинчик. Ну, в общем, я периодически меняю, но на санаборе мне нравятся сладкие вкусы, потом они, мне кажется, уже приторными надоедают, и на сушке начинаю всякие кисленькие пить. И кисленькие вот сейчас прямо реально заходят. Это пайнэппл, по-моему, ананас. Есть еще пич, персик, оранж, лимон. Вот они прям... Они уже кажутся сладкими. Кто на меня подписан в Инстаграм, знаете, что я периодически затрагиваю разные темы. Там политические, про выборы, про бедность и богатство. Вчера выкладывал один пост. Мне в Инстаграме один из подписчиков, я выкладывал пост о Level Kitchen, о сервисе по доставке питания. Вы знаете, наверное, что я совладелец этого сервиса. Вот. И один из подписчиков написал, что это сервис типа для зажравшихся людей. Типа, если у тебя есть возможность заказывать готовую еду, либо ходить в ресторане и есть готовую еду, то значит ты зажравшийся, что люди так не должны жить, они должны быть скромнее, готовить себе еду, в рестораны ходить. Это уже признак. Это вообще лишнее. Ну, я выложил аккуратно, конечно, этот скрин. Вот, ну, замазал, естественно, имя человека, чтобы претензий не было. И вот мы как раз вчера обсуждали. Значит, вот за несколько часов уже там 550 комментариев было о том, что, ну, это действительно такая проблемная тема для многих. Потому что, если честно, ну, меня за это постоянно хейтят, да. Я из тех людей, которые все-таки считают, что понятно, что там есть разные условия, кто где родился, в каких городах, в какой семье, в какое время, в каком политическом строе. Но мы все-таки там ни в Сирии, ни в Афганистане не родились. Не родились в каком-нибудь племени людоедов. Мы родились в стране, да, у нас она относительно свободная. Стоит вам только что-нибудь сказать, так вы уже становитесь иностранным агентом или вас посадят в тюрьму. Но по крайней мере, что касается своего развития и личностного роста или социального роста, все-таки ответственность больше лежит на каждом человеке, персонально. И неважно, там родились вы в богатой или в бедной семье, родились вы с достатком или без, какой вам там, не знаю,
толчок, пинок родители дали в жизни? Помогли ли вам поступить в институт или вы сам поступали? Все-таки ответственность больше лежит на каждом персонально человеке. Ну, то я не перестаю об этом говорить постоянно и писать, что как классная пословица есть. Между жопой и диваном доллар не пролетит. Глубокий смысл в этих словах есть, что чтобы себя как-то изменить, нужно что-то делать. Естественно, они сразу начинают писать. А ты посмотри на врачей, на учителей. Вот они же работают за нищенские зарплаты, и другого просто быть не может, других зарплат у нас нет. Ребят, я с этим не согласен. Я лично знаю врачей, которые в государственных клиниках работают, в государственных, повторюсь, зарабатывают по 700, по 800 тысяч в месяц. Знаю учителей, которые помимо того, что да, пусть они там работают на небольшие деньги, в учреждениях государственных, в школах или институтах, они еще берут там студентов, кто готовится к ЕГЭ, кто готовится там, не знаю, к сдаче экзамена в институте, кому просто родители берут репетиторов для того, чтобы подтянуть знания. И они зарабатывают спокойно еще 200-300 тысяч в месяц. Да, может быть, это Москва, Московская область, в регионах поменьше, но тем не менее, этих денег, там даже в регионе, если в 3 раза меньше, все равно там этих денег достаточно для нормальной комфортной жизни. И я этим всегда вызываю хейт, потому что всегда проще написать, что жить тяжело. А если всем вокруг жить тяжело, то это, в принципе, и нормально. Вот боритесь с этим, потому что на самом деле каждый человек может изменить свою жизнь в лучшую сторону. Просто большинство людей не хотят ничего менять, потому что их вполне все устраивает. Потому что все так вокруг живут. Ну и что кто-то ездит на дорогой машине, ездит отдыхать за границу. Ну вот может себе позволить купить какие-то вещи, ходить в ресторан или куда-то еще. Ну, большинство ж не может себе это позволить. Ну, а раз я большинство, то и как бы жизнь все нормально. Вот. Я с этим крайне не согласен, всегда спорю. Но это моя позиция по жизни. Может быть, она и позволила мне из той нищеты, в которой я родился, вырасти какого-то, ну, мне, скажем так, кажется, все-таки успешного человека. Ну, в рамках определенных. Я не олигарх, я не миллиардер, конечно. Я не супер какой-то там чемпион. Ну, вот. Ну, по крайней мере, могу жить спокойно, радоваться жизни, ездить за границу с семьей, отдыхать, позволить инвестировать в свое будущее, покупать машины, квартиры. Чего и вам желаю. Nobody's harder than me, I'm a breaker of chains, I'm living it free. Trust what I said and not what you see. Nobody keep it in order like me. I'm really a beast and I'm out in the wild. The world in my eye and I want it right now. That's a vow and I gotta get it. The victory's mine. You trying to compete, it's wasted time. I came from the bottom but now I'm in front of the line. In front of the haters, I turn into motivators. Блин, вот это, знаете, торги такие с утра начинаются. Просыпаешься и кардио на голодный. Есть охота, вообще жесть. А ты встаешь. Хорошо, что у меня дома велотренажер есть, иначе бы я офигел с утра в зал ехать, тренироваться, потом возвращаться домой, кушать, блин, опять потом ехать в зал на силовую. Ну, вот. Купил, кстати, недорогой, еще лет 5 назад, не знаю, там 15 или 20 тысяч рублей он стоил, велик, ну, кардио. Ну, вот, стоит у меня дома, и года 2 или 3 я к нему вообще не прикасался, потому что делал кардио всегда в тренажерке. А сейчас тренер написал, типа, с утра давай натощак. Ну что, скинул с него простыню. Вспомнил, что он у меня в рабочем состоянии. И вот фигачу теперь 6 раз в неделю на нем с утра. В общем, я не халявлю, не расслабляюсь, не отдыхаю. Я пашу. Все по программе. Трицулька и бицулька, давайте растите. Трицепс хоть еще более-менее, а бицепс, конечно, у меня вообще, блядь. Лет 5, блядь, без изменений, мне кажется. Ну что поделать? Слишком много окислительных волокон в бицепсе. Не растут они ни хера. Так, пока я отдыхаю между подходами, думаю, самое время дать слово Паше, чтобы он рассказал о изменениях в моих витаминках на диете. Паш, просвещай. Приветствую. Сегодня мы обсуждаем обновление в фарм-вопросе на данной подготовке. И стояло несколько задач. Первое. Появились проблемы с восстановлением. То есть, учитывая, что помимо тренировочного процесса у Дениса есть еще и работа, на которую нужно уделять время, семья и так далее, и так далее. В общем-то, получилась небольшая перегрузка. И учитывая, что были жалобы на то, что человек просто не успевает восстанавливаться после тренировок, мы снова подключили капельницы. Соответственно, что мы используем в качестве основного
другого такого универсального источника энергии. Препарат езофосфина, он, собственно, как мы обсуждали ранее, входит в состав так называемого миланского коктейля. И вот, соответственно, езофосфину по 10 мг за процедуру можно прокапать и на следующий день чувствовать себя поэффективнее на тренировке, скажем так. То есть мы рассматриваем ее исключительно как источник энергии. Для того, чтобы все это лучше работало, используется ТАД-600 глутатион. Он одновременно для нас является препаратом, который улучшает работу печени. Мы видели проблему с Алат-Асад, которая так или иначе сопровождала нас всю подготовку. И учитывая, что дальше мы скажем, еще и добавляется достаточно большое количество оральных препаратов, имеется в виду анаболических стероидов, то ТАД-600, соответственно, Гептрал и Аминовен становятся для нас актуален, потому что в целом вопрос аппетита всегда был краеугольным камнем для Дениса. То есть, если мы задаемся вопросом, зачем лить аминокислоты в вену, если, ну, можно просто это съесть? И для человека, у которого в целом нет проблем с аппетитом, то, возможно, это и так. Вот, когда мы говорим про историю, что человек иногда буквально запихивает в себя необходимое количество калорий, то тогда аминовен становится для нас максимально интересным препаратом. Ну и ремаксол. Да, мы используем ремаксол, потому что некая детоксикация, скажем так, нам нужна. Вот с таким набором происходит несколько капельниц на подготовке. Стараемся делать это хотя бы раз в неделю. Если получается чаще, то это на самом деле здорово. Тем быстрее будут идти восстановительные процессы. Дальше, с точки зрения анаболических препаратов. Тестостерон 750 мг в неделю так и остается. Соответственно, тренбалон 350 мг в неделю, мастерон 350 мг в неделю. Был любопытный момент, что, ну, мы вроде как пытаемся найти точки соприкосновения с тренером, с нашим американским коллегой. Вот. И там было предложение делать все препараты, ну, то есть инъекционные формы, дробить их на маленькие порции и делать каждый день. Вот прям каждый день маленькие порции. Но мы решили, что цена вопроса в виде большого количества инъекций далеко не самая комфортная история. И получим ли мы от этого, ну, если бы было ради чего мучиться, то в принципе да. Но получим ли мы какой-то значительный выхлоп от этой истории? Ну, скорее нет, поэтому мы оставили длинные препараты в режиме длинных препаратов, без каких бы то ни было изменений. И также была история, то есть помимо мастерона у нас подключился, исходно была идея станозолол, ну, то есть было предложение от нашего коллеги: станозолол в таблетках, оксандролон в таблетках и проверон в таблетках. И получалось, что 4 таблетки оксандролона и 4 таблетки, или даже 5 таблеток станозолола. Вот, мы решили, что все-таки, учитывая показатели функции печени, такое количество оральных препаратов, ну, несколько не согласуется, да, с нашими моментами по здоровью. Вот, поэтому все-таки решили, чтобы станозолол был в виде инъекционного венстрола, вот, ну, в классической дозировке по 50 через день. Оксандролон остался, проверон остался. В целом, кстати, вот мы когда говорим станозолол, оксандролон, велика ли между ними разница? Да глобально нет, по анаболическому профилю они крайне схожи как препараты по своей анаболической андрогенной активности. Ну, вот решили сделать так. В любом случае, мы набираем суммарную недельную дозировку, то есть чуть выше 2000. Глобально можно предложить миллион разных вариантов подводки или масса набора, имеется в виду в плане фармпрепаратов, но краеугольный камень, вот к чему все сводится, сколько миллиграмм в неделю, будет это 500, будет это 1000, 1500, 2000 и так далее. Поэтому, в принципе, к любым схемам можно быть открытым, вот, просто исключать те моменты, которые могут как-то вот ударить по здоровью, и вот большое количество таблеток может ударить по печени. Хотя в целом два направления, которые так или иначе присутствуют у многих на подготовке, кто-то говорит, вот я убираю все масла, оставляю максимально препараты в оральной форме, чтобы меньше держать воду. И еще одно направление на тему меньше держать воду, это полностью убить эстрадиол в ноль. Некоторые даже отменяют тестостерон вообще на вот последних этапах подготовки, оставляют только анаболические стероиды и идут на них. И даже к ним еще на всякий случай добавляют ингибиторы ароматазы или блокаторы рецепторов эстрадиола. Вот. Но имея опыт выступлений на вполне себе нормальных показателях эстрадиола и, собственно, на фоне применения тестостерона, чтобы все-таки оставалось желание жить, либидо как-то работало и так далее, вот, мы понимаем, что, наверное, это такая немножечко крайняя мера, вот, поэтому обходим стороной. Ну и, соответственно,
на Remedex подбираем в процессе по уровню эстрадиола. С точки зрения самой сушки, пока что остановились только на кленбутероле. В общем-то, это больше была инициатива Дениса, так как сушить-то особо нечего, как будто бы жировой клетчатки не так уж и много, то постараемся просто продержаться на дефиците калорий, небольшая дозировка кленбутерола и уже какие-то дополнительные стимуляторы, возможно, будут использованы в процессе, но только по необходимости. И здесь уже, конечно, мы больше смотрим на вопрос тенденций, да, насколько сухим нужно быть на конкретном старте, и, в общем-то, ждем от нашего американского тренера-спутника каких-то комментариев по этому поводу, вот, но пока не торопимся. В принципе, вот такой план. Паш, спасибо большое. Думаю, ребятки с ручкой и с бумажкой все очень внимательно записывали. Вот. И также я вам обещал еще показать свои результаты. Я сказал ДНК-тест, но на самом деле это не ДНК-тест, это тест на микроэлементы, которые берут из волос, для того, чтобы узнать, чего нам там в организме не хватает. Очень-очень краткая выдержка, буквально на минутку, на две. Посмотрите, послушайте, может быть, кому-то будет тоже интересно. Я, кстати, ссылочку на лабораторию, это не реклама, это просто для общего развития. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Можете зайти к ним на сайт, посмотреть, что это такое поподробнее. Денис, добрый день. Разбираем сегодня ваш анализ. Как просили, коротко основные моменты. Основное, что мы видим, что за организмом хорошо следят. Организм достаточно хорошо накормлен, плюс имеет достаточно хорошую генетику. Есть, конечно, некоторые сбои по некоторым элементам, таким как железо, магний, натрий, магний в плюсе. Но в целом это нормально, так как организм имеет такой так называемый тип метаболизма, адреналиновый тип. Но если коротко, то это практически профессиональные спортсмены. Лучше всего им подходит белковая диета, трехразовое питание. Есть некая диспропорция с медью, что может вызывать анемию. Токсичные элементы, такие как мышьяк, ртуть, алюминий, кадмий, свинец, находятся в принципе в референсных значениях. Особого, так скажем, влияния на организм они не имеют. Но это в первую очередь говорит о том, что вы употребляете очень качественные продукты, и в рационе присутствуют хорошие качественные жиры омега-3. Гормональный фон в достаточно хорошем состоянии. Присутствует быстрый тип метаболизма, быстрый Б. Это хороший уравновешенный тип. Это очень хороший показатель, учитывая возраст. Быстрый тип метаболизма, быстрая энергетика, быстрое пищеварение указывают на то, что организм очень хорошо восстанавливается. Это замечательно. Прописали программу по выравниванию, то есть это программа витаминно-минеральной коррекции, которая расписывается на утро, в обеденное время и вечер. И программа на полгода, программа поддерживающая, также со всеми дозировками, со всеми необходимыми витаминами, минералами, суплементами, для того, чтобы уже организм полностью восстановить. Сам анализ получился на 62 листа. Это лишь краткий обзор. Вот. Я думаю, что на этом, наверное, все. Так, ну что, по одному осталось упражнение на бицепс, на трицепс. Суперский тренажер. Есть в крайне небольшом количестве залов в нашей любимой стране. Вот. Но вот здесь, в этом зале, в Профипам, в Красногорске, он есть, поэтому, когда я здесь тренируюсь, я обязательно здесь делаю упражнения на бицепс. Так называемые концентрированные сгибания на бицепс, то есть одной рукой. Кстати, когда я сейчас смотрел расписание, на самом деле сейчас много турниров проходит, вот как до коронавируса было. Сейчас где-то 4 турнира или 5 в Европе будет вот, в ближайшее время. Несколько турниров в Азии, в Центральной Америке будет, соответственно, в Северной Америке, в США будет, Ближний Восток. Но есть одна проблема, ну вы прекрасно понимаете, тот же самый, например, Таиланд. Страна открыта для посещения даже по туристической визе, но по прилету ты должен отсидеть 2 недели в карантине, то есть в специальном отеле, который для всех. Там, естественно, тебе ни тренажерного зала, но самое главное, никакого правильного питания не будет. Там будешь есть том-яму, блядь, в ресторане в местном. Поэтому никакого смысла туда ехать нет, потому что ты, ну, просто форму не додержишь 2 недели без зала и на обычной уличной еде. Ну, вот, а из отеля ты выйти никуда не можешь, потому что ты на карантине сидишь.
естественно, туда не поедешь. Чехия, например. Кто там политикой интересуется, для нас сейчас это недружественная страна, и мы для них тоже. Я звонил в посольство, они говорят, мы визы вообще никакие не выдаем, даже спортивные там с приглашениями, то есть хер вы попадете туда. Типа вы можете даже с шенгеном другой страны, говорят, что не должны пускать, только если не по суше. То есть если ты на самолете прилетел, могут не пустить. Вот. А если типа по суше, там через третью страну ты въехал, ну на машине или на автобусе, тогда в принципе там, вы знаете, внутри Евросоюза границ нет, то тогда ты можешь как бы попасть. Вот. Ну, тоже нахрен такие приключения. Я смотрел, что можно в Венгрию прилететь, потом на машине там, блин, 580 км фигачить туда. Ну, тоже, блин, за это время ты и форму подрастеряешь. Ну, вот. Поэтому турниры есть. Ну, или там в Бразилии, например, турнир тоже неплохо, но лететь с двумя пересадками. Прямых рейсов, естественно, нет. Там по времени где-то часов 30-35 лететь. Ну, тоже, блин, стоит ли оно того? Вот. Поэтому... Турниры есть, ну хрен ты на них попадешь. Поэтому, да, если мне даже удастся сделать 3 турнира в этом году, я буду просто мега счастливый. Да и меня радует то, что они достаточно плотно будут идти, там каждые 2 недели. Что я уже в октябре за месяц отстреляюсь, и все, в декабре уже можно будет отдыхать. А не как раньше, когда я там по 3 месяца выступал, это, конечно, тяжело было. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let them. Yeah, I'ma let him, yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah. Yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah. Yeah, I'ma let him. Такое простое упражнение, на самом деле, аж голова кружится. И прям, прям пробивает вот нижнюю часть спины, прям хорошо. Мне жена даже говорит, когда я прошу оценить свою форму, говорит, что у тебя, по-моему, не спины улучшился. Это моя такая ключевая задача была, потому что раньше особо ты его не качал. Я сейчас вот это упражнение делаю, прям чувствую, что попадаю туда, куда надо. Приятие на сладости на тот миг, когда тренировка вся закончена, и кардио сделано, и силовая закончена. Фух. Так, друзья, наверное, я немножко для вас сейчас попозирую. Посмотрим, как я выгляжу, насколько я сухой. Просьба оценить, не стесняйтесь в эпитетах, в комментариях пишите. Вот. Ну а также подарки. Сейчас я разыграю, наверное, 3 майки от Олимпа. Классные белые маечки, М-ка размер. Их получают ребята, которые оставили вот эти комментарии. Так, они, наверное, будут здесь. 1, 2, 3. Для того, чтобы забрать свои подарки, напишите мне в Инстаграм или ВКонтакте и обязательно пришлите скрин своей стартовой страницы в Ютубе, чтобы я был точно уверен, что именно вы победители. Не обещаю, что я очень быстро отправлю, сейчас реально времени не так много, но до конца подготовки обязательно отправлю всем подарки, всем победителям, не переживайте, ребята. Ну, пойдем попозируем. Shawty, why you talking, huh? That's why you a flame, ooh. Did it by myself, no, I don't need a team. I'm so famous and the fire, I might go and do that thing. Now I go, man, I tell them all what's up now. Oh, now they all wanna fuss now. Tell them look around in the city, when I look around, it's sus now. Man, they wanna kick it when I touch now. Why you in the DM, that's sus now. Talking about fam, you ain't cousin now. Calling me B, I got a buzz now. Ну что, напоминаю, что у меня остается 5 недель, если кому-то моя форма кажется недостаточно сухой. Ну, она и мне кажется недостаточно сухой, чего уж говорить. А вот все-таки время еще есть улучшиться, послить водичку и все такое прочее. Вот, поэтому я буду обещаться. Поэтому я буду улучшаться, и я вам это обещаю. Пишите комментарии, не забывайте ставить лайки и подписываться. Мне всегда приятно, когда вы что-то пишете. Я обязательно читаю все ваши комментарии. Мне это очень приятно, потому что вы мои подписчики, и я вас ценю за это. Все, друзья, думаю, что еще пару выпусков мы до соревнований запишем. Ну, пару. Надеюсь, один хотя бы точно запишем. Вот. И дальше, если все получится, уже будет какой-нибудь материал с соревнований. К сожалению, в этот раз со мной мой любимый оператор Жан не поедет, потому что у него там есть другие приоритеты в жизни. Да плюс визы нужно получать и все такое. Проблемы, геморрой. Поэтому, наверное, на соревнования поеду один. Но обязательно в Инстаграм я буду освещать
как будут проходить эти соревнования, поэтому кто еще не подписан на Инстаграм, я думаю, здесь сейчас выбежит ссылочка, ну или просто наберите Денис Гусев в Инстаграм, там обязательно попадете на мою страничку, она верифицирована. Вот, ладно, друзья, не буду забирать больше ваше время, оставляйте комментарии, подписывайтесь, спасибо и до встречи в следующем ролике. Пока-пока.